На поїзд, будь ласка, перед тим, як коли відпочивайте. Тому, будь ласка, відпочивайте безпечно, тому що відповідальність береже життя. Тому що у нас у початку купального сезону 16 чоловік, на жаль, загинуло на воді. Візьміть, будь ласка, елементарні правила. Всі влаги, почувайте елементарні правила. Вам як рятувати людину, якщо вона не дай Бог тоне. От такі ось брошурки. Ні в якому разі у нас є така листівка, не вживайте спиртних напоїв нам. І час відпочив. До побачення вам. Добрий день. Человек переворачивается на... Он вас не видит, вы подходите сзади. Вот. Он там будет пытаться к вам развернуться, но вы его контролируете, в воде легкий, вы ему не дадите. Идеальный способ, идеальный вариант, как его буксировать. Правая рука под его правую мышку. Вот таким образом. То есть не левой рукой он вас не захватит, ни правой тем более. Как у нас И увозы. Таким образом вода вытряхивается. И видно эту воду. Вот. После чего? Вот таким образом мы делаем непрямой массаж сердца весьма интенсивно. Дальше. Это очень большой фильм. На радужном зависимости от того, в каком месте вы его отдыхаете, вы зайдете либо в шеф, либо в сихоль. Даже женщина, даже ребенок может делать.
Старайся, щоб ручки не тривалися. Да. Руки никогда не должны двигать. И грудная клетка должна полностью распрямляться.